Всем привет! Сегодня мы хотим вам показать, как делать некоторые упражнения для ребенка в 4 месяца, чтобы у него, например, не было коликов в животе, чтобы легче ходили газы. Ребенок должен быть в хорошем настроении, не надо с ним заниматься, когда он недоволен или плачет. Начинаем мы, например, можем начать с ножек. Сгибание на 8 раз. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь можно ручки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь ножки можно делать попеременно. Тоже на 8 раз будем делать по 4. 1, 2, 3, 4. Другую ножку. И не забывайте одеть удобную для занятий легенькую одежду, чтобы она не стесняла движений. Сейчас для маленьких детей есть даже джинсики, но одевать для занятий их не стоит. Да, моя дата. Вот. Малышу должно быть комфортно. Если он вдруг начинает нервничать, то лучше занятия прекратить. Они должны доставлять удовольствие. Теперь ручки сжимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь велосипед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, ручки можно вперед, вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А можно малыша попытаться слегка присаживать уже вот так, пусть он сам тянется. Так. Не хочет? Мне отдохни. Иди сюда, мишемиши. Чего-то увидал, Чего там такое? Так. На бочок давай вставай. Ну давай чуть-чуть. О. Хорошо. Вот и какие мы. Контроль веса также. Если дети крупные, с ними надо заниматься. Вот, чтобы не были такими толстячками, да? Вот такие хорошие лапки. Вот. После этого можно, конечно, сделать ребеночку и массажик. Да? Принять, например, воздушную ванну.